Как прекрасно, да, когда в одном месте собирается столько стран. Колко прекрасно, когато в едно място се съберат много държави. Ну, я думаю, что для Бога сегодня большая радость, что когда собирается, да, и старший, и младший брат. И мисля, че за Бог е голяма радост, когато се съберат и големия, и малкия брат заедно. И евреи, и неевреи. Евреите и неевреите. Слава Богу, и сегодня я хочу представить. Слава на Бога, днес искам да представя. Сегодня нам будет служить. Днес ще ни служи. И проповедовать. И проповядва. Епископ. Международной миссии Грейс. На международной миссии Грейс. Благодать. Благодать. Александр Петков. Александр Петков. Давайте поприветствуем его. Приветствую всех. Любовью Иисуса Христа, Иешуа Машеха, которого мы ожидаем. Всички на с любовью на Иисус Христос. Я верю, что Он скоро грядет. И верим, что Той скоро что дойдет. Это свидетельство, что сегодня Израиль поднимается. И Твое свидетельство, что днес Израиль сопротивляется. Сегодня Господь готовит сердце Израиля к принятию. Господь подготвил сердце на Израиль. Отвергли. Да приеме Бог, когато, ну, по причине того, някога са отрязали. Язычники вошли. Язычники са влезли в обетование. Конечно же, Израиль нечто потерял. Израиль нечто изгубил. Свое первенство. Свое первородство. Быть церковью Христовой. Да будет Христова церковь. Церковь Иешуа. На церковь на Иешуа. Я думаю, что именно это есть первая причина. А смысле, что твоя первая причина? По которой очень скорбил апостол Павел. По която е бил тъжен апостол Павел. Ему было это открыто. Това беше открыто за него. Что местоположение церкви, местоположението на църква, это особое помазанное место Богом. Твое особено място, помазано Богом. Предназначалось для израильтян. И твое место было предназначено за Израил. Но последнее время, Господь, Он обращает свой взор на церковь. Се обръща свой поглед към своята църква. Чтобы она приняла. Тя да приеме. Приняла Божьи условия. Да приеме Божиите условия. Последнее время. На последното време. Без Израиля. Без Израил. Христос не придет. Христос няма да дойде. Церковь должна это ясно уяснить. Церковь трябва да го разбере. Должна быть полнота. Трябва да има полнота. Да, и добавляю вот словам. Добавям брата, към думите на скъпоценния ни брат, понимаю, че аз разбирам. 8 лет мы также служили миссионерами. 8 години сме били мисионери в Израил. Поэтому мне тоже это очень близко. Това е близко за мен. Родное. Това е, но это отдельная тема. Това е отделна тема. Сегодня я буду проповедовать тоже. Днес ще проповядвам немаловажной теме. За важна тема. Сегодня, ну, должна быть церковью освящена. Която трябва да проповядват в църквите. Проповедь апологетическая. Апологетична проповедь. В защиту веры. По защита на вярата. Не бы. Итак, научитесь отличать истину Евангелия от ложного. Научитесь да различавате истину Евангелия от грешното. Я начну с первого места Писания. Это Второе Коринфянам. Ще отворя първо място, второ послание към Коринтяни, 11 глава. От третьего стиха. От третий стих. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей льстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не приняли, то вы были бы вы очень снисходительны и снисходительны к тому. Немножко не расплывается, но все-таки могу еще значков читать. Итак, апостол Павел обращает особое внимание к Коринфской церкви. Апостол том, Павел обращает особое внимание на Коринфскую церковь. Действительно приняли правильное благовестие. Те да примут правильное благовестие. И правильно Иисуса.
библейского Иисуса. На библейский Иисус. Иешуа Машех. Иешуа Машех. И он говорит, что есть иное Евангелие. Той казва, че има другу Евангелие. Не истинскую Евангелие. Которую тогда уже проповедовали. Което вече е било проповядвано тогава. Чтобы повредить Слово Божие. За да повреди Божието Слово и вярата на вярващите в Иисус Христос. И проповедовали не того Иисуса, который на самом деле есть. Проповедовали не този Иисус, който го има. И вот я сегодня хотел бы обратить на проповедь Евангелия. И днес искам да обърна внимание към проповедта на Евангелие. Я бы, наверное, другое время немножко посетил. За друг Иисус, может быть, что мне по-късно времени, и говорю, няма много времени. И сегодня также очень много учений. Днес има много учения, которые появились. Които са се появили. Но некоторые они повторяются. Някои се повторяют. Корни там, еще вот. Коренище им са още в миналото. Первое христианство, когда зародилось. Когато христианство още било зародено. Когда еленисты, стоики, философы. Когато имало еленисты, философии. Многие из них уверовали. Някои от тях са повярвали. Но стали привносить что-то. Те започнали да внасят нечто. Вавилонское. От вавилонцев. Теология. От вавилонската теология. И философия. И философия. Также была и проблема с классическим иудаизмом. Също имало проблемы с классическим иудаизмом тогава. Пытались тоже что-то привнести. Също се опитвали да внесат нещо. И исказить Евангелие. И Евангелието да го променят по някакъв начин. Есть эти проблемы. И сега също има тези проблеми. И очень важно, чтобы каждый из нас был уверен, убежден. И много важно всеки от нас да бъде уверен, веровал, что истинно повярвал, что он верит именно того библейского Иешуа Машех, что вярвал именно в той же библейский Иисус Христос, который истинный, какой-то истинен. И поэтому первое очень важно понимать. И первое свое наиважно состояние. Да разбираме своето состояние. Ты рожден свыше или не рожден? Дали си роден свыше или не? Именно Бог заключил завет. Бог исключил завет природой, с новата природа. Человека. На человек, который получает ее, който я получава, уверен в Иисуса Христа, когато вярва в Иисус Христос. Это основание. Това е основание. Потому что сам Иешуа Машех сказал. Самия Иешуа Машех е казал. Если кто не родится свыше, ако някой не се роди свыше, Божие Божието царство няма да види и няма да влезе. Если тот старый завет, как мы сегодня говорим, Ветхий завет. Стария завет. Он был основан на соблюдении Торы. Той бил основан на соблюдение на Тора. Обрезание, что есть обрязване, первое, да, знак, что принадлежит Богу. Това означава, че человек принадлежи Авраам, към Бога. Наследником Авраама. И наследником на Авраам. Който... И Тора. И Тора. В Новом Завете. В Новия Завет. Бог заключает союз с новою природой. Бог сключва завет с новата природа. И поэтому здесь очень важно понимать. И тут много важно да разбираме. Также взаимосвязь Торы. Връзка с Торой и условия Нового Завета. Връзка между Тора и условията на Новия Завет. И кто-то полностью отрицает. Някои хора напълно отрицават. Старый Завет. Отричат Стария Завет. Что он уже все. Че той вече не е нужен. Но он по сей день работает. Но той и до днешния как ден работи. Иудеев, като в живота на иудеите и в животите на християните. Поясню. Ты когда поясню, мы христиане, когда не христиане, поступаем по своей ветхой природе, поступаем по своей старой природе, то мы пожинаем именно то, не что пожинаем, закон, закон за житва. Поэтому, когда христиане, когда христиане говорят, они под законом, казват, че те са под законом, когда они поступают против закона, когда поступают срещу закона, нарушавайки Божиите заповеди, попадает под наказание. Той попада под наказание. Амен. Но это тоже отдельная тема, я... Това е също отделная тема, няма да влизам надълбоко там. Хотел бы сегодня обратить ваше внимание на те учения, внимание, которые на тези учения, они прогрессируют. Които прогрессируют днес. И я как-то посвятил такую серию проповедей. Имах серия от проповеди. Истина, доведенная до абсурда. Истината е доведена до абсурд. Конечно, истина, она абсолютна. Истината е абсолютна. Но люди свое понимание абсолютируют. Но хората абсолютират своето разбиране. И, конечно же,
каким-то образом Словом Божьим это все оправдывает. Понякав начин може да го оправдает с Божието Слово. Но нам еще дан Дух Святой. Но имаме и Святия Дух. Не только текст Писания. И текста на Писание. Когда мы логически можем понять смысл логически, того, что логически, который разбираем, какое написано. Лингвистика здесь помогает нам в этом исследовании смысл слова понимать. Но откровение от Духа Святого очень важно. Но много важно откровение от Святия Духа. Очень важно, чтобы мы имели в себе это откровение, много важно, что я рожден свыше. В себе всегда имеем это откровение, что мы рождены свыше. А Библия описывает признаки Библия того, это описывает что человек рожден свыше или не рожден свыше. Когда человек рожден свыше или не. Я, может быть, тороплюсь. Успеваешь переводить? Почти приходится напрягаться, да? Но я вот привык так вот проповедовать без сурдо перевода. Поэтому со мной мучаются эти переводчики. Хорошо. Итак, давайте мы прочтем еще одно местописание. Некогда прочтем, может, одно место. Второе послание к Тимотею, 4 глава. У вас там высвечивание, да? Так. Давайте с первого стиха начнем читать. Первый стих. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, Царствии Его. Проповедуй слово, настой, во время и не во время, не вовремя, не вовремя, можно тоже так прочитать, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые стили бы слух. И от истины отвратят слух и обратятся в басни. Это сегодня проблема существует. Я верю, что за проблема существует днес. Мы живем последние дни, последнее время. Когда Иоанн говорит, что он уже констатирует факт, что мы уже живем в последнее время. Когда Иоанн констатирует факт, что живем в последнее время. То есть последние дни последнего времени. Но има и последние дни на последнее время. Поэтому нужно иметь это понимание. Треба да имаме това разбиране. Поэтому в то время уже появились всякого рода уже учения. И през онова време вече са се появили някакви ложни учения. И Иоанн упоминает об антихристе. И Иоанн споменава за антихрист, за духа на антихрист. Но есть личность, има, которая будет отождествлять себя как има антиспаситель. И личность, която ще сын се смята погибель, за син греха. Син на грех, на греха. И когда Иоанн пишет, что последний, давайте я тоже этот стих прочту. Что прочту этот стих? Это первое послание Иоанна. Второе послание, вторая глава. 18 стих. 18 дети, стих. Последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что в последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши. Он говорит об антихристе и об антихристах. Кто говорит за антихрист и антихристе? Ну, в первом случае это люди, которые себя в буквальном смысле провозглашали, что они спасители. В первом случае это ваши хора, которые провозглашали себе, что со спасители мессии. И в сегодняшнее время, и в нынешнее время, в России, например, такой Виссарион Христос. Слышали, да? В 90-е годы он появился. През 90-е годы все появил человек. Они в Сибири, там, в Красноярском крае, общину создали. Те создали городочек такой. Община, целый град. И он объявился, что он Христос. И тот человек се объявил, как Христос. Новый Завет. Той написал Новый Завет. Арестовали са го преди две години.
И он попал даже в дискуссию религиозную с православными священниками. И ему дискуссия с православными. И он себя настолько так, знаете, ну, вел. То это как себя держал спокойно. Придерживал того, что он есть тот, кто себя объявил таковым. И смятал себя себе, как у Христос. Но когда Иоанн говорит, а много антихристов? Когда Иоанн говорит за много антихристов? Антихристиан. То и говорит за антихристиане. Антихристиане. Много появилось антихристиан. Появились все много антихристиан. И рудени свыше. Которые заняли какие-то, занимать какое-то положение, занимать какую-то позицию в церкви. И начали протаскивать эти учения. И започва довносить эти учения. И когда апостол Павел уже говорит в послании Тимофею, апостол Павел казва, появятся учителя, которые будут чтить слух. Че, что се появят учителя, которые говорят хубавые нечто. Поговорить именно о тех, которые вот именно попадают под это обольщение. Не те, которые несут это ересь. Искам да кажа место тези, которые носят тази ересь, а которые попадают под тази ересь. И попадает в большей степени это плотские христиане. И повечето хора, които попадат по тази ересь, това са плотски христиане, които не са възродени. Вторая группа – это неутвержденные. А втората группа – това са неутвердени християни. А неутвержденные – это те, которые… Неутвердени са тези, вере не утвердились. Които молодец. Не са утвердени във вярата. Те са младенци във вярата. О которых апостол Павел также говорит. За които също казва апостол Павел. Эфеска церковь. Тоже имела проблемы. Която също имала проблеми. В этом отношении. В това отношение. И он говорит, чтобы не оставались младенцами. И то оказывает, да не уставать младенцы. Чтобы не поддаться ветру ложных учений. За да не все поддадут на ветра на ложное учение. Послание к Ефесянам. Твоя четвертая глава послания к Ефесяне. 14 стих. 14 стих. Поэтому попадается младенцы. Вере. И има младенцы во вера. Но нужно разобраться, кто такие младенцы вере. И трябва да разберем, кои са младенцы во вярата. Это взрослые христиане по воде. Два са възрастни християни по път. Но они или только что уверовали. Или только что са повярвали. Еще их разум не обновился. Разум мой още не се обновил. Или те, которые задержались в младенчестве. Или тези, които са се забавили в младенчестве. И проблема именно с теми, которые задержались в младенчестве. И проблема именно они в тези, в церкви, които са се забавили в тази възраст, през години вече са на църква, развитие духа, но има забавене в развитие на духа. Духа. В развитие они на духа. Остались младенцы. Те са останали младенцы. И они-то как раз-то порой и стоят в авангарде этих движений. И те най-често са пред на тези движения. Сторонниками этих лидеров, так можно започва сказать, да приемат лидерите на тези движения, которые несут эту ложную идею, които носят ложна ерес. И чем ерес это привлекательно? И с какой привлекательна тази ерес? Она сладкая. Тя е сладка. Знаете, у нас такое есть выражение. Имаме израз. Лучше горькая правда, по-добре горчива истина, отколкото сладка лъжа. Вот в Евангелии есть радость, сладость. Евангелието има радост. Иисус. Сладость. Иисус мед на устах. Е сладост, мед когда произносишь его имя. Когато произносишь неговото имя. Когда пророк получал слово от Бога. Когато пророк получал слово от Бога. На устах оно было не сладкое. На устах ему было сладко. Горько. А вътре горчиво. Когда есть, когда у тебя она внутри сладко. Когато вътре е сладко. Но тебе нужно говорить горькие слова. Но трябва да казваш горчиви думи. Потому что Бог, он использует и как радость, защото Бог использует как скорбь, както и радость, така и скръпта, чтобы нас формировать как личность, да не формира като личности. И эти младенцы, и тези младенцы, которые не прошли пустыни, които не са минали пустыни, духовный опыт, духовен опыт, возрастание, возрастване, молитвы, пости, глубоко не исследовали себя и Писание, глубоко не са исследовали себе си и Писание, становится как раз вот эти движущие силы. И те започват да се в этих движениях. Да се жертва на тези движения. И они пытаются увлечь людей. И се опитват да увлекат и другите хора в това движение. Я называю это подмена понятий. Това го наричам подмяна на понятията. Еквилибристика словесная. Еквилибристика.
когда именно то, что действительно Писание говорит нам о благословении Божьем, которое Писание дано нам. Писание доказывает за благословение от Бога, которое принимается дано за нас. Но Бог с нами заключил завет. Бог заключил завет с нас. И когда снова это не природа. Была ставится учение о завершенной работе Иисуса Христа на кресте. И готово в основата сослага учения на Иисус Христос. Я скажу, да, и аминь. На кресте. На Голгофском кресте. Иисус совершил все то, что для нас необходимо для спасения. Иисус направил всичко необходимо за наше спасение и наше благословенное живот за воскресвание. Но если мы еще не воскресли, мы до Христа доходим, не воскресли, а куда смело воскресли, то все оно нами недостижимо. Тогава и недостижимо за нас. Поэтому очень важно, чтобы человек был рожден свыше. Важно, человек, чтобы, роден свыше, чтобы он духовно возрастал. Духовно да возраствовал. И его дух. И неговия дух. Сформировался как личность. Да се формира като личность. Но у меня есть последовательное такое учение. Имам последовательное учение. Именно внутреннем состоянии христианина. За внутреннее состояние на христианина, плоти и духа. И в этом нет такого четкого водораздела порой в учении. И в учении няма разделение между тех. Когда те обетования Божьи, которые они предназначены для новой природы, но есть обетования, которые за новой природы, на ветхую природу. Их допринасят за старую природу. Я не знаю, насколько мой лексикон вам понятен. Не знаю, дали мы разбираты. Но я стараюсь именно сводить из Священного Писания, как Священное Писание. Когда мы рождаемся свыше, наш дух возрождается. Наш дух се возражда. И в нашем духе, раз тот внутренний человек, о котором апостол Павел говорит, за кое-то каза апостол Павел, он начинает любить Бога еще больше, то чем да Бог, ветхая природа, которая даже по закону повече может любить Бога. Повече от старата природа. Это очень важно. Това е много важно. И очень важно, чтобы наш разум или душа наша. Много важно нашия разум и наша душа да се преобразуват. В соответствии с откровение от духа. Откровение от духа. Да не сложно говорить. Потому что слово рема. За что тут думата рема? Вот это и есть живая вера. Твоя живая вера. Вера от слышания. Вера от слышания от слова Божьего. Это от Божьего слова. Рема. А Божье слово и рема. Личное откровение ты получаешь. Личное откровение получаешь. И оно ложится в основу. И то и твоего формирования характера. И то и стало в основу это на формирование твоего нов характер. Но ветхая природа наша. Но старая-то не природа. Остается. Тя устава. И она должна подчиниться духу. И тя трябва да се подчинява на духа. Мне Бог дал понимание именно образно отношений между мужем и женой, которое описано в Завете. Бог ми даде разбирание за отношения между муж и жена. Толкова разбираемо. Что внутри нас, вътре в нас есть муж и жена. Дух има это муж. И жена. Духа е мъжа, а душа жена. А душата твоя жена. Съгрешил? Кой първи е съгрешил? Жена. Жена. Душа. Душа. Чувства. Интелект. Интелект. И воля, чувства, желание. Воля, желание. Понимаете? И когда вот именно если вы на этой вот с этой позиции будете рассматривать Новый Завет, а то расслежите вот эти позиции Новый Завет и Писание. Отношения между мужем и женой. Като отношения между мужем и жена. И наглядно понятно. И тогава някои неща много добре ще разбирате. Апостол Павел говорит, что жена да молчит. Апостол Павел казва, жена да молчи от църква. Дух же говорит через апостола Павла. Дух, дух говорит через апостол Павел. Наша. Душа? Душа да. Молчи. Да молчи. Пусть дух говорит откровение. Нека дух да говори откровение. Амен. Тело у нас общее. Тялото ни общо. Твоя къща. В котором живет муж и жена. В която живеет муж и жена. Буквально в смысле Бог вытащил женщину из мужчины, из Адама. Буквально Бог извадил жената от Адам, от мужа. Но сегодня духовно мы понимаем, что но духовно разбираем, нечто подобное, че нечто подобное, оно есть. Има вътре душа в нас. И дух, муж и жена. Душа и дух са муж и жена. И очень важно,
чтобы душа была преобразована. И душа не трябва да, да бъде преобразована. Кой в къщах, кой в ступанем в къщах? Извечен въпрос в семье. Това е постоянен въпрос в семействата. Муж според я. Мъж, мъжа казва аз съм. Жена говорит, нет, я. Жената казва не, аз съм. Защото аз устроявам уют в къщата. Но Бог говорит, первенство имеет муж. Но Бог казва, че първенство има мъжа, т.е. духа. Вот в этом союзе в този очень съюз должно произойти здоровый тандем. Трябва да има хубав тандем. Тандем, да? Понятно, да? Взаимоотношения. Връзка. Но жене нужно что? Взаимоотношения. Смириться. Но жената трябва да има смирение. Смириться под власть духа. Трябва да се смири под властта на духа. Но жена бывает чрезмерно, что любопытна. Но жената винаги е любопитна, любознателна. И как в Едемском саду. В Едемския сад, градина. Пока Адам, наверное, там думку думал. Докато Адам нещо и мислил. Перспективно, что же, как это все. За будущее. Все это дело, планы строила. Строила планы. А Ева проявилась любопытство. А Ева и была любопытна. Дерево, которое Бог сказал. И тебя дойдет при онова другого. С этого дерева плода не вкушать. Че не тря... Бог казал, че не трябва да се ядут плодове от това дерево. И к чему это привело? Какво е довело всичко? Поэтому апостол Павел говорит. Апостол Павел казва. Нам дела дьявола небезызвестны. Как и Ева была прельщена. Я говорю, боюсь за вас. И апостол Павел казва, че се страхува за тях, защото може да бъдат излъгани. Когда христианин более да интеллектуально, он теологически, ну, как бы возрастает. Когато християните теологично възрастват, когато получават готово знание, без откровения. Без откровения. Вот как раз и здесь и ловушка. И тука има капан. Ну вот, я, Геннадий, аз и Геннадий, Наталия, моята съпруга, ние завършихме духовни заведения, семинари. Но это очень хорошая школа. Това е много хубава школа. Очень нужная. Нужная. Но если мы бы не родились свыше, но ако не бяхме родени свыше, мы вам бы лекции хорошие читали. Нямаше да ви читем хубави лекции. Я, к примеру, не очень такой многословно хороший оратор. Не съм добър оратор. Геннадий лучше так получил. Геннадий много по-добре се справи от мен. Может быть, он в этом превосходил бы меня. Может быть, той би ме превосходил. Я бы на гитаре лучше поиграл. Аз по-добре свиря на гитара. Но это было просто бы интеллектуально-теологическая проповедь. Встреча е просто интеллектуална-теологична проповедь. Те, которые рождены свыше. От тези, които са родени свыше, служителите. Они прежде всего молятся. Те се молят. И во внутренней библиотеке у нас много знаний. И во внутренней библиотеке има много знаний. Какова книга ты звали? Какой пересмотреть? Какова это я пригледам? Понимаете, да? У каждого внутри должна быть эта библиотека. И всеки внутри трябва да има тази библиотека. Библиотека, которая, она тебе там, это, на первом этаже, это вот здесь. Первый этаж штука. А есть второй этаж. Има второй этаж. Это дух. Твоя духа. Когда оттуда вот когато там приходит уже получаваш знание, откровение от Бог. Като откровение от Бог. Амен. До этого момента понимаете ли? До този момент разбирате ли ме? Хорошо, я как бы немножко здесь на этом месте остановился. Понятно, да? Особенно мужу и жене. Поэтому, когда прочтете, сестры, вы просто будете на седьмом небе. Оказывается, это не в прямом смысле к вам и предъявляют какие-то требования. Когато има някакви изисквания към жените, това по-скоро отношение, изисквания не към жената, а към душата. Но не забывайте, вас есть муж и жена. Не забравяйте, че вътре има муж и жена. И как вам быть не в таком близком тесном союзе с женой внутренней, а с мужем нужно? Трябва да бъдете поблизок союз с жена, с мужа. Хорошо. Ну, это так вот юмористически, но тем не менее, я думаю, что очень наглядно. Итак, в первом послании Тимофея, 4 главе, первое послание Тимофея, 4 глава, говорит, что Дух ясно говорит, Дух что ясно последнее говорит, время, что последнее время бесовские учения, что се появят бесовские учения. Вот как раз-то здесь вот возникает серьезная проблема. Тук возникла серьезная проблема. Когда бесовские, бесовские учения, они проникают в церковь. Проникват в церковь. Они проникают под сладким соусом. Проникват как сладок сос.
Знаете, я вот также дал определение ложному Евангелию. Определение на ложную Евангелие. Рафинированную Евангелие. Понимаете? Когда спекуляция идет именно по поводу того, что Иисус Христос, ну, на кресте все исполнил. Когда има спекуляция, что Иисус Христос всичко исполнил на кресте и завершена работа. Де юре. Факт де юре. Това е факт. А де факто. А де факто? Оно должно исполниться в твоей жизни. Това трябва да се изпълни в твоя живот. Но ты сам должен пройти через крест. Но ты сам трябва да минеш свою плоть, как апостол да Павел говорит. Да разпънеш своята плот, както казва апостол Павел. И так как она живучая. И тя е жива. Она так не сдается. Тя не се предава толкова лесно. Апостол Павел говорит, я каждый день себя апостол Павел казва, аз разпъвам себе си всеки ден. Потому что она всегда вперед лезет. За что-то тебя винаги излиза напред. Много инициативна. Она такая вот, знаете, предприимчивая. Толковое взимание этой решения. Идет Абдулла, а впереди Фатима идет. Идва Абдулла. На встречу идет Ибрагим. И Фатима, и на встречу идва Ибрагим. И Ибрагим, слушай, это, как это... Может быть, что женщина идет впереди. Ибрагим казва, как может така, че жена върви отпред? Ну, говорит, знаешь, когда Коран писался, говорит. И той казва, когато Коран се е писал. Минни поле не было. Нямало и минни поле. Вперед, Фатима. Върви отпред, Фатима. Когда твой дух слабый. Когато твой дух е слаб. Фатима впереди. Фатима е отпред. Вперед. Върви отпред. Но должно быть совместно. Трябва да има совместно. Вот когда она вперед идет, когда тебя вырвет пред, то вот как раз то бесовские духи. И тогава бесовские духови, те чакат. Проблема с горе от ума. И проблемите... Я говорю, порой от недостатка. Понякога проблемите идут от недостатка на ума, когда няма много ума. Или чрезмерного такого, или когда ну, има прикалено там, много. Там, такой, знаете, ну, ако и... вам прикалено много интелект също. И поэтому человек порой пытается рациональной верой жить. И понякога человек се опитва да живее с рационална вяра. Она логична. Тя е логична, последователна. Но она все-таки больше всего забота о теле. Но тя повече се грижи за тялото, за състоянието на душата. И вот есть такое учение, позитивное мышление. Има учение, позитивно мислене. Это хорошо. Това е добре. Позитивное мышление. Да, имате позитивно мислене. Но сколько оно зашло далеко. Но то толкова да се далече стигнало. Не должен испытывать чувство вины. Човек не трябва да се разкаива, не трябва да има чувство на вина. Не трябва да го натискаш. Не сипни соль на рану. Не, да не сипиш солта на рана, тя още боли. И вот здесь как раз-то вот и происходят вот эти подмены, психология заменяют. И тут променяют. Есть именно душепопечительство. Има служение душепопечительству. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. И какое-то да правит детето, само да не плачет. Поэтому, когда мы рассматриваем эту сторону, когда разглеждаме тази страна на служение, мы должны четко делать водораздел. Трябва ясно понимание да разделяме понятията. Того, что да, действительно, което... если человек испытывает какое-то чувство вины, ако человек испытва някакво то это возможно, чувство на вина, действительно ему нужно освободиться от какого-то греха. Наистина трябва да се освободи от някакъв грях. Съвестта му казва за това, Бог му казва. С другой стороны, конечно, если от друга не страна, когда этим злоупотребляет. Когато започват да злоупотребяват с това. И вот хотел я сегодня коснуться такой серьезной проблемы. Искам да докосна сериозен духовен проблем. Я думаю, там очень много супердуховного имам и псевдодуховного. Много супердуховные места и псевдодуховные места. Сегодня есть служение такое, появилось, оно развивается. Место появилось служение. Увлекает очень много любознательных и желающих. И то вовлича много любознательных хора, хора, които искат да служат с сверхъестественни дарове. С небожителями. Сотрудничество с небожителите. С ангелами. С ангелите. Разные проявления такие духовные. Различные духовные прояви. Которые странны для меня некоторые кажутся. И някои изглежда странни за мен. Давайте это местописание мы
откроем. Нека отворим това място, послание към Колосяни. Апостол Павел также напоминает христиан в Колосинах. Первое место это вторая глава. Вторая глава. Восьмой стих. Смотрите, братья, стих. Чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. И второе, это 18 стих. Никто 17. Да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Хочу подчеркнуть именно вот это место. Надмевая своим плотским умом. И напрасно се надува с плотския си ум, искам да подчертая това място. И держась главы, от которой все тело составляемо, составами и связами, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Амин. Итак, апостол Павел предупреждает верующих в Колосах. Апостол Павел предупреждал верующих в Колосах, вот эти учения, которые основаны на человеческом каком-то опыте, които са основани върху човешкия опыт, психологията, философията, они могут увлечь, те могат да увлекат человека и устранить от Христа, человека в друга посока и да го отдалечат от Христа. Вторая проблема, немало такая серьезная, също серьезная, что проблем. Служение как бы духовном мире, в духовния свят, служение ангелам, служение на ангелите. Я не такой уж сильный эксперт, большой эксперт. Не сын эксперт. Но за 26 лет служения пастором. Но за 26 години служения. Ну, наблюдая за разным родом учений, которые наблюдал появлялись за в этой сфере, различные учения. Когда золотой песок обнаружили на руках, там были, как и называли. Намерили пясок на рецепты. Златым пясом. Бриллианты там падали. Бриллиантицы, алмазы, диаманты. Да. Ну, это все было разоблачено, конечно, в какое-то время. Всичко са го разоблачили това след време. Также ангельские перья. Все, что перья. Перята на ангелите. Те имат пера, ангелите. Но я не читал. Но аз не съм учел. Бог образно говорит о себе в 90-м псалме, да. Бог образно говорит о себе в 50-м псалме. Не крым своих, да, там. Перьями осенить тебя. Перьями это образный, наверное, язык. Может быть, твой образный язык. Но не буду как бы касаться далеко подойти, но тем не менее, знаете, когда говорят о перьях, вот говорят за пирата, вот вчера перья, мне мой друг он прислал ролик, един мой приятел мне спрати одно клипче в сегодняшнем учении за днешнее учение сотрудничество с ангелами. За сотрудничество с ангелами. И один лидер, так скажем, в этом движении, в това движение. Что как вот перо ангела попало ему. Что я кажется, что перо на ангела и попаднуло в год, мой жена моя видела това. В общем, так это все заманчиво. Толково и привлечет, что това. Вот, извините за мой сарказм. Извините меня за мой сарказм. Ангел, оказывается, ангел линяли. Оказывается, птиц есть период времени, когда они обновляют перья, да? Орлы обновляют перья, и старые выбрасывают там, да, как бы. Зато птицы ты. И у меня такое, сколько веков прошло, и вот как-то попали мы в это время, что у них как раз перья. И сколько веков са минали, са попадали во время, то, че именно сега си обновляват пирата, ангелите. Разлиться на меня, те, которые в это верят. Някакого-то верят, может, да с ней досвят за меня. И буквально это было первое, у меня встреча с одним, значит, молодым братом. И имах встречу с одним млад брат, който путывал от подобной конференции. Подарил два изумруда. Кто мне подарил два изумруда? Которые, как бы вот они обнаружили, что это ангелы оставили. Че ангелите сеги оставили, че са паднали от небето на тази конференция. Мне их подарил. Ги подарил. Потом в пробирочке такой вот показал мне первого ангела. И после на кутийка мне показал перото на ангел, и я много долго го разглеждал. Да, ну, кто знает птиц, там гуси, кой знает, культуры, да? Гуси, птицы, да, у них на животе вот, пух, да, перья как пух. Патки. Вот, подобное такое. Вот. И то два перо, причина перо на патка. В каком месте у них
И в какво място? Перо, если оно на самом деле есть. Ако има пера, в какво място расте това перо? Там должен быть перил. Те трябва да имат огромни пера. И веер нужно сделать. Че да може да направи веер. Но это у меня первое то, что вызвало такое, ну буквально в смысле сомнение. И я започнал да се съмнявам. Понимаете, буквально, никакой, ну, естественно, логики, понимаете, ну как это вот? И разбирате, как може така? И буквально, ну, как у гуся перо. Сверхъестествено същество, а има перо, като нападка. Но некоторых не смущает, но... Но някои не се смущават и се очудват. И вярват на това. И, конечно же, это в большей степени, опять же, это плотские христиане. В голяма степен това са плотски християни. Потому что плотским умом хотят проникнуть в то, что невозможно проникнуть. Защото си плотския сум искат да разберат това, което не могат да разберат. И они этим восхищаются. Те се восхищават на това. Младенцы. Младенцы. Которые они закоснели в своем младенчестве. И те са вече са в твърдение в това този възраст. Они хвалятся им таким особым положением в духовном мире, что вам это не открыто. Они хвалят свое положение в духовном мире. Ни одна верующая пыталась убедить. Одна верующая искала, да меня убеди. Вы еще не понимаете. Още не разбирате. Я говорю, может быть. Я сказал, может быть, я действительно нечто не разбирам. Я говорю, сколько вы верите? И питам, сколько сте вы вера? Я говорю, за 5 години. Ну, как перед вами, я уже где-то 20. Тогава, някъде 20 години бях като пастор. В большом степени, как бы так если взять, когда я стал христианином, я родился как бы в верующей семье, иванских христиан. Родился в верующей семействе. И свои 5 лет уже как осознавая себя, я уже много видел чудес Божьих. И 5 години, когда бях вече сознателно в христианство, и сам видел много чудеса. Как бы мой дух чувствителен к духовному миру. И мой дух чувствителен к духовному свят. Может быть, я не все так ясно имею. И может быть, я не вижу так всичко ясно. Конечно же, это сарказм, если мы сейчас говорим. Видишь, я в это ничего не поверил. Аз не поверил в это все. Но я начал искать. Започнал да търся. Моменты, где вот есть подмена и спекуляции. Когда има подмена на тези понятия. И кой вообще вярва на тези пера. И как обнаруживается плотские. И така се обнаружават плотски. Младенцы. Младенцы. Закоснелые. Които са в твърдени. Которые не прошли пустыни. Които не са минали пустыни. Которые отвергают крест. Които отричат кръста. Страдания. Страданията. Вот при всем том, что мы имеем радость, благословение Божье, да и аминь. Имам радост, имаме радост и Божие благословение. Но Господь сказал, что в мире будете иметь и скорбь. Но Бог сказал, что в мире а по какой причине? Скръп. Но по какова причина? Но опять же, наша же плоть этому, она и способствует. Защото плоть не способствует за това. Понимаете, да? Вот твой и мой дух возрожденный, твой, он святой. Мой дух возроден, той свят. Он подобен Иисусу Христу. Той подобен на Иисус Христос. Это Христос в нас. Христос вътре в когда нас. Говорим, когато казваме, Христос в нас, то Его семя в нас пребывает. Неговото семя пребивало вътре в нас. Какво означава това? Это мой внутренний человек. Това е вътрешен ми човек. Который создан. Който създаден. По образу. По образ. И подобие. И подобие Бога. На Бог. Иисуса. Иисус Христос, Ишуа Машия. Съвършенният човек. Съвършенният човек. Самый совершенный человек. Най-съвършенният човек от цялата вселена и цялата история. Ишуа Машия. Това е Ишуа Машия. И мы и не можем быть идентичны его природе. Не можем да сме только наш внутренний человек, на который раскроется потом. Само нашия вътрешен човек, его. Който се разкрие, може да бъде. На мгновение ока, когато наше тело изменится. Когато той ти дой, и наш внутренний человек. И тогава нашето тяло ще се промени, вот нашия вътрешен човек. И проявится. Тогава той ще се прояви. Я буду смотреть на Геннадия. И аз ще гледам Геннадий. На Наталя, какви са прекрасни. Их внутренний человек. Вътрешния им човек. Это внешность тоже привлекательна. Също е привлекателно. Плоти. Също е образован човек. Образован човек. Професор. Дай амин. Дай амин. Но превъзходство в нем именно. Но превъзходство в него е само от духа. И те способности человеческие. Човешки способности. Они являются инструментом. Те са инструменти. И духовно также возрастает. Да възрастваме духовно също. Амин. Поэтому это очень важно. Това е много важно. Акцентируй свою жизнь не на плоти. Да акцентираме живота си не върху плътта, а върху духа. И вот когда говорят о служении ангелов. Когато говорят за служение на ангелите.
Я такое слышал. Я такие нечто сам чувал. И те христиане, которые уже по небесам ходят, как енох. Има христиане, которые ходят вечер в небеса, так как енох. Которые запросто общаются в прямом трансляции с теми, которые на небе живут. Които много лесно общуват с тези, които живеят на небето. 90-й год. И през 90-те години. Кашпировски новые. И чумаки. Кашпировски. Садится напротив экрана и начинает ты говорить. Некоторые хора садят, да, садят до экрана, захвачены тем, что он говорит. А то какая-то сила исходит. И даже некоторые получали исцеление. Некоторые хора получали исцеление. Он там говорит, что у него демон действует. И бачит, через него действовал демон. Здесь местные бесы раздают эти подарочки. Има бесы, которые дават подарочки и проклятия. Но я такое видел. Такива неща съм виждал. Не буду называть имя этого пророка. Няма да казвам името на този пророк. Так как мой верующий с ним сотрудничал где-то там. Мой верующий сотрудничал с него. Интересно вещь. Вот буквально сейчас буду, мы вот будем разговаривать с Богом. И то казвам, сега ще говорим с Бог. Той се срещнем с Моисей, с другие хора. Больше ко мне подходит Моисей. И той казва, сега идва при мен Моисей, слага ръката върху мен и нещо казва. Передай. Иисус, предай. Господи Иисус, предай на мой народ. И те всички предават послание към нас. Всичките християни. Но не всички слушат. Посмотрите, там сама логика в чем говорит. Представляете, вот Иисус, надо же, никто меня не слушает. Иисус сказал, никто не слушает. Если, ну, понимаете, если бы Иисус через кого-то бы говорил бы, то все бы услышали. Кому это было бы обучено. Тогава вдруг вещаха да чуят това. Ну, один только простой пример. Твой пример просто. Но есть также те, которые себя называют христами. Има тези, които наричат себе си като Христос. Знаете, на основании этого учения, что внутри нас Христос. На основании на учении, что внутри нас има Христос, и те казват, ето, сега съм Христос. И когда Господь говорит, то, что я творил, и вы сотворите и более. И когда Господь казва, това, което аз съм сотворил, и вие ще сотворявате още повече. И тогава хората ще мислят, че аз мога. У меня время заканчивается. Вече свършва моето време. Но вот это вот служение ангелам, телепортация, вот перемещение вот на небеса, хождение по небесам, ходение на небесата, это все-таки, знаете, каким-то образом оно идет изучение Каббалы. Твое вот учение на Каббалу. Мистическая вот эта составляющая Каббалы. Твое мистическое. Интеллектуально очень глубокое такая психологическое. Има също дълбоко интелектуално, психологично учение. Точно констатирует факты. Има некоторые факты също. Других законов. Има на физические законы също. И это далеко идущее. Это из Вавилона. От това идва от Вавилона. Именно в тот время, когда именно Израиль находился в когато Израил плену. А, и бил в плен. 70 лет. 70 години. И там появилось именно вот это учение, которое также, и там се появило това учение. Проникло. То проникло в иудаизм. И также проникло течение было. И сегодня это. И днес това се развива. Поэтому, может, мне потом дадут еще время. Может быть, още ще имам време. Я поделюсь еще некоторыми своим личным пониманием. Я хочу завершить свою проповедь. Искам да свърша своята проповедь с място в Библията. Апостол Павел наставляет Тимофея, своего ученика. Апостол Павел наставлява своя ученик Тимофей. Первопослание. Първо послание към Тимофей, 4 глава. 18 стих. 18 стих. Просто высветил. 4 глава. Ну, не 18, 16. Да. Хорошо, что вы знаете, что там не 18-16. Один пастор говорит это. Читайте Библию, читайте Евангелие, читайте. Читаем все, читаем. В общем, завтра... Пастор оказывает, читайте Евангелие. Прочтите. И один пастор оказывает... главу. Евангелие от Марка. И один пастор оказывает, прочтите 17 глава Евангелие от Марка. И той пита, всички ли са прочели, те вдигат ръката. Потому что христиане могут от дежурных слова говорить, аминь, слава Богу, да. Что-то христиане ты могут докажет, аминь, слава на Бога, автоматично. Итак, вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, дорогой мой друг, брат, сестра. Вникайте в себя, в Писание, занимайтесь этим постоянно. Не просто читайте, вникайте. Занимаясь сим постоянно, ибо так поступая,
и себя спасешь, и слушающих себя. Тебя. Амин. Поэтому будьте благословенны. Это благословение. Будем заниматься этим постоянно. И занимаемся постоянно. Спасибо, что вы слушали. Благодаря, что мы и слушали. Всех благословений.